Это российская специфика. Акции компании принадлежат моей маме. К сожалению, она умерла буквально послезавтра. Компания станет полностью моей. Контракт ваш. 500 миллионов инвестиций. Мое фото на обложку Forbes. Если китайская сделка сорвется, то вы банкрот. Есть проблема. Сделка с обременением. На российский у нотариуса лежит завещание. Я надеюсь, мы записаны первыми. Вам сказать. Вадим Георгиевич, а вы где? Я на объекте, инспектирую магазины. Ну, с китайцами точно все в порядке. Что, не слышите? Ладно, я скоро, мам. Что, не подписались уже? Дела принимают. Ваша мама акции торговой сети «Акация» завещала своей внучке, вашей дочери. Но у Вадима Георгиевича нет дочери. Нет ведь. Я сегодня поздно. Без алкоголя, надеюсь? Ну, вроде без. Но если что-то будет, я тебе обязательно принесу. Я нашла вашу дочь. Короче, я дам тебе знак, начнешь драку. Барышня, выпью мне разве? Ребят, я вообще за девушку заступался. Сань, выручай. Я не Саня. Почему-то он не похож на спившегося мертвяка. А человек, который бросил тебя в детстве, похож? Привет, ребенок. Пообщаешься, денек, с родителями? Жень, интересно. Сейчас я собираю команду консультантов. Детский психолог. Я манипулирую людьми из высшей лиги. Уж, наверное, у меня получится впечатлить провинциальную школьницу. Прохлаждаемся, танцуем, танцуем. Позорище. Слушайте, а зачем вы вообще приехали? Держись от него подальше. Он врун и манипулятор. Неужели она не отдала бы вам компанию без этого вашего вранья? Батя твой, он где сейчас? Про батю лучше вообще сейчас не спрашивать. Да человечку надо было встретить. Бросать все это бросай. Один хрен разорять. Пиши! Мы с ней подружились. Она меня ждала. Ты понимаешь, что с ней будет? Он хотя бы врет другим, а ты врешь сама себе. Я вдруг все, что сделал за эти 15 лет, все это глупость какая-то. Ну, не все, это точно. А ведь хотела ваша мама отдать вас в самодеятельность. Не фотогеничный я. Одних бандитов бы предлагали играть.